Выпускники учреждения образования и культуры встретились с потенциальными работодателями. Сегодня для них в Якутске впервые прошла ярмарка вакансий. Больше всего рабочих мест предлагают районные организации, меньше всего учреждения культуры столицы. В целом сегодня в республике востребованы хореографы, музыканты, аккомпаниаторы, режиссеры. Будущие специалисты могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 30 тысяч рублей, социальный пакет, отдельное жилье или оплату аренды жилья, а также проезд к месту работы. Но даже такие условия не способствуют выбору северных районов для трудоустройства. Именно они оказались менее популярными по итогу ярмарки. Однако студенты колледжей готовы работать в отдаленных селах при условии оплаты им заочной учебы в вузе. Ну а при согласии на переезд с каждым выпускником заключат двусторонний договор. В данный момент в школу нужен хореограф, нужен пианист, концертмейстер, нужен скрипач, нужен теоретик, преподаватель сольфеджио и слушание музыки, музыкальной литературы. У нас полный соцпакет, который предусмотрен Трудовым кодексом Российской Федерации, плюс предоставление жилья, ну и педагогическая нагрузка, минимум одна ставка. Я думаю, у нас очень хорошие привлекательные условия. Поселок у нас трудовой.